Гриш! Ну что, бой в лучших традициях, длинный против маленького. Послушаем длинного. Давай, какое прозвище, откуда взялся? Да. Смотрел бой регбиста, захотел выступить. Красавчик, стал еще одним регбистом. Ну, посмотрим. Ну давай, все. Что-нибудь еще скажешь? После боя. Хорошо. Пойдете послушаем тогда тебе того, кто поменьше ростом. Давай, расскажи про себя. Поселок Стеклянный. Стеклянный поселок звучит уже по-стеклянному. Это что такое, поселки вообще? Где? Это Новоазовское сельское поселение. Это далеко отсюда, я думаю. Километров 50. Ничего себе. Только сейчас узнал. Ну что скажешь, давай. Да, ничего особого. Ничего? Прозвище какой был? Стекло? Давай всех. Как? Давай всех. Хорошо, давай, все, поехали. Ну что, посмотрим, дровосек против длинного студента. Регбиста. Или как назвать? Ну, не важно, давай. Правила помню, не нарушаю. Слушай, Влада зовут. Угла. Готов? Готов? Ой, поехали. Руки возле головы. Руки выше. Сам все видишь, молодец. Да, да, да. Красавчик, красавчик, видишь, сам все видишь. Следующая пара, Макс, давай следующую партию. Пара, Александр. Слушай, слушай, что говорят. Победа! Победа бывает в жизни, достается так же молниеносно, как сверкает молния. Давайте, парни, идите сюда и скажите пару слов. Давайте, парни, большого коля, здесь немножко места разгребаем. Ребят, расходимся красиво. Еще, вот. И спасибо близким, что приехали болеть, поддержать. Маме с папой привет. Я занимался 1.5 года боксом. И все. Достойно. Спасибо. Еще нет? Ну, прямо скажем, ты рисковал. Здесь все-таки не бокс, песочный ринг, и здесь другая работа. Ну, ребята, как ты настроился на это? Как решился? Ну, вот близкие готовили, помогали. Все, спасибо за бой. Одевайся. Нет. Оденьтесь.